Информационная служба телерадио компании «Гомель» распочинает свою работу в эфире. У студии для вас працует Наталья Игнатенко. Доброй раницы, глядите у гэтым выпуску. Пытание реализации державной программы «Здоровье народа и демографичная безопасность», а так само ход выполнения директивы президента номер 1 разлежены на посяджении облаканкама. У Гомеля отбылася сустреча керавництва гарвыканкама с представниками итальянской ассоциации «Допомога детям Пармы». Сегодня в Беларуси завершается осеньский призыв во узброенные силы. У Гомеля приступили до установки головной елки региона. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Пытание узмацнения громадской безопасности и дисциплины обмеркованы на посяджении областного выконавчего комитета. Сярод наибольш проблемных моментов названы вытворчий травматизм, гибель на пожарах и злочинность у относинах до пожилых людей. Олег Сенцеров потекавился подробязностями. Директива номер 1 у Беларуси деньше с соковика 2004-го. За 12 годов у плане узмацнения громадской безопасности и дисциплины зроблено шмат, об чем свечат не только статистичные данные, але и реальная ситуация в наших городах и вёсках. Разом с тем вызначились и такие моменты, на которые сегодня необходимо звернуть повышенную увагу. Не просто констатовать факты, але и огучить причины існуючих недопрацовок. Той же вытворчий травматизм, например. С початку этого года на предприятиях Гомельщины загинули 13 человек, на 2 меньше, чем летось, але все ровно шмат. Тем больше, что причины несчастных выпадков не изменяются с момента принятия директивы. По-перше, отсутничая контроль с боку керовников и специалистов. По-другое, и сами потерпелые выполнять потребования правил аховой працы не вельми имкнутся. На Мазевском домобудовничьем комбинате, например, загинул работник в стане алкогольного опьянения. У крови 0,43 промили алкоголю. Это неде полторы бутыльки горелки. Человечий фактор заявляется головным и сярод причин возникновения пожаров. Тут и неосторожное обходжение с огнем, и порушение правил эксплуатации электроприборов. Самая действенная мера в такой ситуации – активная профилактичная работа. Больше усилили профилактическую работу непосредственно с людьми. Вели такую, Гомельщина была флагманом в работе смотровых комиссий, когда все субъекты профилактики работают по определенным группам людей, наших граждан. Подсказывают им, рассказывают, помогают в определенных ситуациях. Наглядальные комиссии сегодня обследовали около 35 тысяч домовладаний, в которых проживают шматдетные семьи, семьи, которые находятся в социально небеспечном становище, это самые инвалиды и пенсионеры. Да, со старелых, до речи, сегодня повышенная увага. Навод наявность семьи еще не гарантует им безопасности. Есть шмат выпадков, когда именно родные становятся для их головной погрозой. Есть категория граждан, по которой проживают с ранее судимыми, с лицами, злоупотребляющими алкоголем или наркотическими веществами. То есть это самые уязвленные. Ну и самое главное, что требования директивы – сократить гибель граждан от внешних причин. Как я уже сказал, это убийство, причинение тяжких телесных повреждений, особенно лицам трудоспособного возраста. Вот, потому что требования директивы они перекликаются с другой программы – обеспечения демографической безопасности. И такая статистика. За порушение правил дорожного руху с початку года до административной отказности на Гомельщине притягнуто больше 200 тысяч водителей и около 35 тысяч пешеходов. Правда, оптимизму додает той факт, что при этом у сравнении с минулым годом колькость дорожно-транспортных зданий снизилась примерно на 13%. Олег Сенцеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Апрача того, на посяджении Гомельского облаканкама разлежены ход выполнения державной программы «Здоровье народа и демографичная безопасность». Работу по снижению узровню смяротности насельництва доручено узмацнить. Усім керовникам выконавчих комитетов треба взять на жорсткий контроль проходжение диспансерных оглядов работниками працовных коллективов и повысить эффективность межведомостного взаимодействия по снижению узровню смяротности от внешних причин. Сярод агучаных задач так само укоренение высокотехнологичных методов диагностики и лечения у кардиологии, онкологии и травматологии. При этом на посяджении значены и становчие тенденции. У 6 районах в области все лето зарегистрирован натуральный прирост населения. За 9 месяцев этого года на Гомельщине народилось 19 933 дитяти, что на 200 детей больше, чем было за отповедный летошний период. При этом уровень дитячей смертности уменьшился больше, как на 20%. Мобилизация на первичное звено, работа с молодыми мамами и с лечебными учреждениями. Поэтому, в общем-то, вот такая картина. Показатель составил за 9 месяцев 2,6 промилей на 1000 рожденных живыми. Это самый лучший показатель в Республике Беларусь.
Процягваем выпуск. У Гомеля адбылася сустрэча кіраўніцтва гарвыканкама з прадстаўнікамі італьянскай асацыяцыі «Дапамога дзецям Пармы». Бакі ўзгаднілі асноўныя накірункі сумеснай дзейнасці на наступны год. Супрацоўніцтва асацыяцыі «Дапамога дзецям Пармы» з Беларусю пачалося больш як 20 гадзі таму. За гэты час на аздараўленне ў Італію толькі з Гомельскай вобласці выехалі звыш 20 тысяч дзяцей. Сёння гэтая дзейнасць працягваецца, але выключна ад арганізацыі аздараўлення асацыяцыя пераходзіць да рэалізацыі праектаў у іншых сферах. Пры гэтым дапамога дзецям Пармы аказвае актыўнае ўзаемадзеянне ў станаўленні прамых кантактаў паміж мэрыямі. На сённяшні дзень пагадненні аб гандлёва-эканамічным, навукова-тэхнічным і гуманітарным супрацоўніцтве заключаны паміж 7 гарадамі Італіі і Гомельскай вобласці. У наступным годзе асацыяцыя дапамога дзецям Пармы плануе больш актыўна развіваць кантакты ў галінах адукацыі і медыцыны. 3 года назад мы начали работать в медицинской программе под названием ПАП-тест. Это женская гинекология. Начинали этот проект в Кармянском районе, и сейчас они привезли конкретную и финансовую помощь, и договоренности о расширении этого проекта на ряд регионов Гомельской области. Конкретное предложение – это обмен опытов наших врачей-педиатров и стажировка в Италии. Чарговы вытворчы поспех жлобінскіх металургаў. Датэрмінова на праектную магутнасць выйшаў дробнасорт на драцяны стан беларускага металургічнага завода. Новы пракатны стан увялі ў эксплуатацыю ў верасні 2015 года. Выйсці на праектную магутнасць па месячнай вытворчасці неабходна было да канца гэтага года. Аднак жлобінскія металургі справіліся з задачай хутчэй. Адзначым, што ўся прадукцыя вырабляецца пад заказ канкрэтных спажыўцоў. Жлобінскі пракат пастаўляецца ў Украины, Европы и Полночной Америки. Звыш 27 тысяч декларацій юридичні особи і індивідуальні предпримальники регіона подали сьогодні у податкової інспекції у електронному вигляді. Гэта амаль на 3 тисячі більше, чим летось, і складає прикладно 6-ту частку від їх агульної кількості. Раніше такий спосіб подачі документів був не обов'язковим, але у гэтым годзі Міністерство по податках і зборах визначило категорії плательщиків, які повинні заповняти декларації тільки так. У нововведеннях розбиралася Марина Сівер'я. Улетку податковое законодавство были унесены черговые змены. Организации, в штате яких лічится 15 и больше человек, а так само все плательщики податку на добавленную вартость, повинны подавать декларации только в электронном выгляде. Увогуле ж корыстальники системы электронного декларования мают шэраг пераваг. Гэта адсутнасць стосу папер, экономия часу на наведывание податковой инспекции, магчымасць у любой момент задать пытанні специалистам, накіраваць у интерактивном режиме разлики и увогуле любые документы для проведения администрации. Процедур. При формировании электронных форм деклараций действует система расчета автоматическая, которая позволяет переносить данные из предыдущих налоговых периодов и проверку контроля осуществлять, что позволяет корректный и быстро заполнить налоговые формы. Министерство по податках и сборах постоянно працюет над удосканальванием электронных сервисов. Например, зараз приоритетным является поляпшение функционирования особистого кабинета плательщика. С его допомогой можно сформировать свои запыты и отримать необходимые известки без похода в инспекцию. На главной странице финального сайта Министерства по налогам и сборам находится ссылка на личный кабинет организации и индивидуальных предпринимателей. Для того, чтобы войти в данный кабинет, необходимо зарегистрироваться с помощью личного ключа электронно-цифровой подписи. Усяго заразу якасць юридичных особ альбо индивидуальных предпринимальников в Гомельской области зарегистрировано амаль 45 тысяч человек. Марина Сівер'янова, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Сёння Гомель сустрэне ўдзельнікаў і гасцей рэгіянальнай кампаніі «Інклюзіўная Беларусь». Гэта праект арганізацыі аб'яднаных нацый. Асноўнай пляцоўкай стане гарадскі цэнтр культуры, дзе на 11 гадзін запланавана афіцыйная цырымонія адкрыцця з удзелам прадстаўнікоў агенцтваў ААН і мясцовых органаў улады. У праграме мерапрыемства выставы, тэматычныя дыскусіі, трэнінгі, майстар-класы. Та іншых тэм. Сёння ў Беларусі завершаецца восеньскі прызыў ва ўзброеныя сілы. З Гомельскай вобласці ў ваенныя часці накіраваны 1760 чалавек. Нашы карэспандэнты наведалі зборны пункт і пацікавіліся вынікамі.
15 листопада отправка во узброенные силы первой партии. 30-го – завершение призыву. На протягу 2 тыдняв – штодённая напруженная праца шматликого коллективу – от работников военкоматов до членов медицинских комиссий. Здоровью призывников – самая пильная увага. Не глядячи на то, что все яны проходили обследование по месту жыхарства, на областном сборном пункте, некоторых приходилось накировывать на додатковые проверки у медустановы. Особливо слабым здоровьем вызначаются молодые гамельшане, у яких целый букет захворываний от зроку до сколиозу. Хоть и представники инших регионов так само часто не волоты. Основные вопросы, конечно, это внутренние войска, силы специальных операций и пограничные. Потому что туда требуются с особыми физической подготовленностью и состоянием здоровья. К сожалению, Гомельская область, она не славится чересчур большим здоровьем наших призывников. В основном у нас с ограничениями незначительными. А вот без ограничений это, конечно, дефицит призывников. По данным областного военкомата, колькость молодых людей, которые разными способами ухиляются от службы у армии, складая каля 1% от огульной колькости призывников. Их шукают, знаходят и притягивают до отказности. Звычайно, это штраф у померы до 150 базовых величинь. У вогуле восеньский призыв на Гомельщине прошел без неких проблем. Правда, накировать усих у военной части, которые находятся ближе до дому, не отрымливается. Это специфика региона. Такая у нас территориальная основа Гомельской области, что воинских частей в основном нету здесь. Нет, дислоцированы на территории Гомельской области. В основном воинские части Брестская, Гродненская, Минская область, Витебская область. Олег Шенцеров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Дарэчы, военный комиссар Гомельской области Андрей Крывоносов стане сегодня гостем интерактивной программы «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Передача выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» у 19:20. Свои питания гостю студии вы можете задать, потелефоновавши по номеру прямого эфира у «Гомели» 77-68-45. У Гомелі приступили до установки головной елки региона. По завершении сборки ее вышиня складе амаль 32 метры. В Гомелі рыхтоваться до конкурсу на лепшее новогоднее оформление почали районы, организации и предприемства областного центра. Чем будут здивлять, высветляла Ганна Ковалева. На площади Ленина у Гомелі почали сборку металлического каркаса головной елки в области. Его узведут у ближайшие 2 тыдні. Затем почнется упрыгоживание цацками и световой иллюминацией. Летость на елце запалили больше, как 5500 энергосберегальных светлодиодных лямпочек. Все лето по традиции их дополнить и новые элементы упрыгоживания. Правда, у всех секретов Гомельская ЖКГ не раскрывает. Ведомо, что площадь Ленина оформят у комплексе. З'явится резиденция Деда Мороза, светловые архитектурные формы, зорное небо, город майстров и гандлевые рады. Тем часом начался монтаж елки каля областной библиотеки. Увогуле рыхтоваться до свята почали усе районы Гомеля. Их старания оценит специальная комиссия и обяры лепши. У В минулом ходе переможцем был Советский район. Ну, при новогодним работам мы приступаем с начала декабря, уже готовимся. Как бы. Сейчас запланирована у нас уже работа на этой неделе по установке елки на Владимирова. Делается каркас, каркасного типа она, и украшается лапками ели, вешаются украшения. До 15 декабря запланировано включение. Лепшим сярод гандлёвых объектов летась был признаны магазин оптово-розничного предприемства «Диалог Гомель» на проспекте Перамоги. Сярод пераможцев ён амаль штогод и на сёння уже готовы до свята. Дарэчы, гандлёвые объекты Гомеля еще у початку листопада выставили на продаж штучные елки, упрыгоживание и сувенирную продукцию. Некоторые магазины плануют снизить цены как минимум на 40%. Особные пропановы предугледжены для шматдетных семей. Мамы, инвалиды, воспитывающие несовершеннолетних детей, то есть это тоже приравнивается. Ну, мы стараемся удовлетворить каждого покупателя. Подготовили шикарный ассортимент, так как год красного петуха. Елочные игрушки, да, присматриваются, потому что все мы знаем такое поверье, что нужно каждый год хоть один новый шарик, но добавить нашей елочки. Весь ноябрь мы торгуем. Новогоднее оформление объектов гандлю и громадского харчевания завершится до 1 снежня, а прикладно с 20-го начнут работу елочные кермаши. Полностью до встречи Нового года Гомель будет готовы до 25 снежня. У этот день планируют запалить огни на магистральных улицах и на всех елках областного центра. Переможца у конкурсу на лепшее святочное оформление вызначат до 15 студеня. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель». Выглядели ранішні інформаційний випуск телерадіокомпанії «Гомель». У студії працювала Наталія Ігнатенко. Я і мої колеги жадаємо вам удалого дня. До нових зустріч!